Нет ничего более приятного, чем благодарные пациенты. Я просто обожаю свою работу. Чудесно. Эй, а ну, улетай отсюда. Ну, я тебя сейчас. О, нет, мой кубок. Поверить не могу, что он разбился. Мне очень нужна помощь. Для начала измерим температуру. Ого! Как же здесь жарко. Я просто задыхаюсь. Невозможно работать в таких жутких условиях. О, нет! Непорядок. Тут поможет только укол. Укол? Вот трусишка. Пойдем на кушетку. Вот так. Ты даже ничего не почувствуешь. Салют, мой жгучий друг. Пора тебе на покой. Вот так-то. Оу, сейчас мы мигом все потушим. Другое дело. О-о-о, спасибо, спасибо, спасибо. Дай 5 и пока. На старт. Бум! А? Ауч! Я чувствую себя намного лучше. Спасибо, док. О, у меня есть кое-что важное. Супер шанс. Вот, держи. Большое спасибо. Ух ты! Класс! Этому фрагменту самое место здесь. Ай! Зубы болят! Прошу на осмотр. Надеюсь, там ничего серьезного. Сейчас мы это узнаем. Это что, червяк? Гадость! Кажется, там застряло что-то большое. Ого, фрагмент пазла. Это как раз то, что мне нужно. Доктор, на помощь! Похоже, этому месту нужна большая чистка. Ил! И вас это тоже касается, мальчики. Да уж, приятного мало. Но мы еще не закончили. Чистка зубов очень важна для здоровья. Заправим пушку и вперед навстречу свежести. Уже все? Ну нет, нужно поставить пломбы. И чем быстрее, тем лучше. Не бойся, Харди, это совсем не больно. Ну все, моя работа закончена. Ну ладно, теперь моя очередь веселиться. О, да, это будет круто. Замажем здесь и вот тут. Зубы будут как новенькие. Идеальное исполнение. Ну, кто бы сомневался. Спасибо, доктор. А теперь отбросим все условности. Гони бабки. Нет, прошу, не стреляй. Оу, только бы это сработало. Бэтбой, ты что, серьезно? Ну все, пока. Не так быстро, куколка. Убери от меня свои руки. Упс, я не специально. Бэтбой, ты еще более жалкий, чем я думала. Лузер. Это неправда! Похоже на типичное расстройство желудка. Мне нужно послушать живот. Дышите, не дышите. А ну молчать! Итак, поехали. Какой прекрасный звук! Браво! Браво! Ио, это становится невыносимым. Без сиропа не обойтись. Вот это должно помочь. Спасибо, доктор. Исполним на бис.
Ну уж нет, избавьте нас от этой радости. О, соле мио! О, соле мио! Я так больше не могу! Благодарю за внимание! Я чувствую легкость! Кажется, это вам. Oh, wow. Вот класс! Спасибо! Еще одна недостающая деталь. Пика-пика-пи! Пика-пика! Болит живот! Ням-ням! Очень сильно! Это возмутительно! Неужели ты не знаешь, что так питаться вредно? Пика-пика! Не отдам! Ах, вот как! Покажу наглядно. Есть овощи и фрукты очень полезно для здоровья. А от чипсов и газировки один вред. Ну и что с того? Сейчас узнаешь. Ой! Сделаем УЗИ желудка. Ну вот, что я говорила. Раз, два, три. Мы ведем срочный репортаж с брюшного отдела. Перед нами развернулась настоящая битва титанов. Кто же победит в этой напряженной схватке? Возьмем интервью у чипсов. Эй, никаких интервью. Кавабанга! Сейчас ты тоже получишь. Обалдеть. Прощайте, мои любимые. Я буду по вам скучать. А теперь нужно выпить таблетку. Пика-пика! Кто посмел обидеть моего друга? Желудок, ты слабак! С дороги, приятель! Придется преподать вам урок вежливости. Вот и чудненько. Держи теплый плед, дружище. Теперь ты в полной безопасности. А это меню твоей новой диеты. Покебол! У Пикачу есть подарок. Чичи, вау! Круть! Мне пора. Спасибо, доктор. Пока, малыш Пикачу. Осталось всего два фрагмента. Скорее, доктор! Мистер Дракула в критическом состоянии. Что стряслось? Доктор, кажется, я умираю! Ах, это конец! Давайте ее отпилим. Что? А может быть, лучше используем присоску? Ребята, как думаете, что подойдет лучше, присоска или пила? Ага, я. Ох, как же я рад! Спасибо, друзья! Это работа для профи. Погнали! И это все? Да что с тобой не так? Помогите! О! Спасибо! Спасибо, доктор! А теперь самое сложное. Они все такие крутые. Возьму вот этот. По-моему, мне очень идет. Не то слово. Я полетел. Берегите себя. Еще одна часть. Доктор, скорее, помогите мне. Что вас беспокоит? Тут такое дело. Вот. Нужно срочно принять меры. Садитесь, пациент. И без разговоров. Посмотрим, что у нас здесь. Ага, очень любопытно. Что ж, будем чистить ухо. Отлично, я на месте. Вижу много загрязнений. Но это не проблема. Я наведу здесь порядок. Ага. Все идет по плану. Ну, отцепись от меня. Да разожми же ты клешни! Оу, продолжим. Идеальная чистота. Минутку. А это что еще такое? Есть только один способ узнать. О-о!
Спасайся, кто может! Ой-ой! Ну надо же! Я. Доктор, вы мой спаситель! О-о-о! А сейчас я покажу вам фокус с распиливанием! Ага, отлично! У меня получилось! Вот это настоящая магия, да! Я сейчас. Нужно сделать рентген хвоста. Ого, вот беда. Перебинтуем все хорошенько. Вот так. Салют, дядя. Дальше я сам. Все намного серьезнее, чем я думал. Спасибо, спасибо. Ну вот, почти как новенькая. Поправляйся, подруга. Я очень признательна, док. Спасибо, и будь осторожна. О, последний фрагмент. Красота? Теперь я точно могу собой гордиться. Привет! Ух ты! Сколько тут всего! А ну отдай! Говори, зачем пришла. Доктор, что мне делать с этими ужасными прыщами? Извини, но это больница только для супергероев. Эй, ты где? Как вкусно пахнет! Юная леди, немедленно прекратите! Оуч! Мама мия! Какой красавчик! Вау! А ну отдай! Он мой! Надеюсь, меня никто не заметит. Только тихо, я должна устранить соперницу. Прощай, Харди, пранкер мой. Так-то лучше, ты останешься здесь, а я пойду под венец. Оставив Харди здесь совсем одну. А, вот держи, это спасет тебя от скуки. Вперед, навстречу своему счастью. О, а вот и любовь всей моей жизни. Тогда поцелуй же меня! Что вы сделали с Харди? Пранкер не простит такое предательство! Эй, ты все еще здесь? Меня еще никогда так не унижали! Ого, чудом уцелела. Ух ты, секретное логово Хардивин. Вот это круть, с ума сойти можно. Я прикоснусь к супергеройской жизни. Какая странная штуковина. Раскрути меня, думаете, стоит? Окей, испытаю свою удачу. О, конфетка, попробуем. Это была не конфетка. Попробуем еще разок. Что бы это значило? Цифра 1 указывает на душ. А зачем мне в душ? Теперь все ясно. Что это еще такое? Юху! Ну что ж, вперед! Упс! Где это я? На помощь! Ха, да шучу я, а вы поверили? Я вас подловила. Да уж, пора смыть с себя эту грязь. Часть команды, часть корабля. Оу, а это идея. Надо же, сработало. Все лишнее долой. Отлично. Двигаемся дальше. Чем больше геля для душа, тем лучше. Класс. Ах, пранкер. Мы были бы отличной парой. Кружи меня, любимый. Я так тебя люблю. Ну и вонь. Что? Не может быть.
Ребята, прошу вас, помогите. Ума не приложу, что мне выбрать. Бритву? Газонокосилку? Или терку? Бритву? Что ж, ладно. Ни шагу назад, Кэрри. Прощайте, надоедливые волосы. Итак, камера, мотор. Какая свежесть. Крутим барабан. Посмотрим. Оу, цифра 2. А это значит, что пора заняться прыщами. Любопытно. Вот беда. Ауч! Бэтбой, ну держись у меня. В яблочко. Оу, а я смотрю, ты очень смелый, не так ли? Хитрый трюк, но тебе не спастись. Да! Победа! Ай, почему так больно? Ну ладно. Придется обратиться к науке. Алоэ, плюс патч и немного химии. Это формула чистой кожи. А теперь приступим к делу. Прости, дружище, но это очень важно. Эники-беники. Вот супер. Пора добавить патчи. И один очень секретный ингредиент. Опля. Годится. Ну же, давай, работай. Ноль реакции. А что если попробовать это? Кстати, что это? А, неважно. Вот так. Ну надо же. Это было мощно. Вау, радиоактивные патчи. Скорее, мне не терпится увидеть результат. Ну, кажется, пора. Вау! Вау! Круто! Погнали дальше! И это зубы? Хм, и правда. Ой-ой! Ого! Все это очень странно. Цифровая стоматология звучит многообещающе. Салют, есть тут кто? Кейн, что ты тут делаешь? А, впрочем, неважно, мне нужна помощь. Конечно, бедняжка. Кейн настоящий профи. Сейчас я мигом все исправлю. Эй, эй, а ну прекрати. Ой-ой, какие мы нервные. А есть ли щетка поменьше? О, что же ты раньше не сказала, глупышка? Не волнуйся, ты в надежных руках. Ну вот, мы почти закончили. Остался ирригатор. Ах, ювелирная работа. Ну надо же, вот спасибо. И пока. Увидимся и все такое. А где же выход? Он же был здесь. Из цифровой стоматологии никому не выбраться. Выбери дверь. Синяя? Нет. Зеленая? О, друзья. Фух, какую дверь мне выбрать? Синюю, зеленую или красную? Красную? Спасибо. What? Ну и кто теперь тут лузер? Ой-ой, бежим! Кейн! Так тебе, злюка! Музыкальная пауза. Любимые треки так успокаивают. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. У нас с пранкером был бы самый красивый свадебный танец. А что если сменить пластинку? О, да, я бы так зажгла. Харди, с тобой все в порядке? О, не то слово. Ауч, как больно! В самый неподходящий момент.
Вот тебе, получай. Пауза окончена. What? Не может быть! Сколько грязи! Ай, ну что еще? Ну и как мне это поможет? О, годится! Пора узнать, что там внутри. Да уж, приятного мало. Нельзя терять ни минуты. Пора устроить большую ухочистку. Да, зрелище. О, не для слабонервных. Но я не отступлюсь. О, ну и ну. Прощайте, грязные уши. Да здравствует чистота. Что-то я проголодалась. М-м-м. Ой, куда это я вляпалась? Пираньи! А ну, отстань от меня, гадкая рыбешка! Да отцепись же ты! А? Куда? Куда она пропала? О-о-о! Что за... Ну все! Это было последней каплей! Так тебе! О, нет! Мне снова нехорошо. Такое терпеть нельзя. Нужно найти бьюти-решение. Поехали. Эй, почему не горит? О, да ладно. What? Добро пожаловать на открытие нашего салона красоты. Здесь вас ждут лучшие стилисты Вау-Сити. Да это же то, что мне нужно. О, идея. С дороги, мисс. Спасибо. Простите, мистер, а вы мне не поможете? А, что ж, оки-доки. Сделаем все в лучшем виде. Готово? Дайте взглянуть. Ммм, вкусно пахнет. А ну-ка. Ммм, манифик. Большое спасибо за помощь. Теперь ваша очередь, мисс. Как скажете. Ну и манеры. Готово? Ура! О, добавим цвета. А я тут пока отдохну. Превосходный результат. Перед вами наша первая клиентка. О, спасибо, друзья, спасибо. Славные ребята, двигаемся дальше. Кручу, верчу, ответ знать хочу. Что тут у нас? Номер 9. Хм, пусть это станет сюрпризом. Ого, вы тоже это видите? Вот так совпадение. Вау. Здесь у нас фирменная прическа Хардивин. Думаю, это стоит попробовать. Ну как вам? Нет, ну вот. Это что, какая-то шутка? Ненавижу! Вау! Нет времени объяснять, нужно действовать. Бигуди и динамиты. Это в стиле Харди. Окей, надеюсь, вы готовы? Просто супер! Да, только вперед! Я такая красотка! Уже не терпится узнать, что меня ждет. Макияж. Бэтбой, снова этот парень. Ты мне не нравишься, ясно тебе? Ау! Ауч! А вот это было ошибкой. Ого, сколько же тут всего. Я нашла настоящий бьюти-клад. Эти цвета и текстуры. О, сплошное вдохновение. Начнем с ровного тона. Харди обожает аристократическую бледность. Следующий шаг – тени. Красный и синий. Что же еще? Плавная растушевка требует времени. И куда же без красных губ? Фантастика! Я копия Харди. Ребята, скажите, вам нравится мой новый образ?
Так приятно. Эй, ты куда? Нет, только не вода. Фу, а это даже к лучшему. Класс, класс, класс. А это что за звук? А ну постой! Куда это ты собрался? Ничего не понимаю. А ну прекрати! Сейчас же? Нет! Ауч! Это было неожиданно, но весьма кстати. Удачной мне рыбалки. Ау, кажется, клюет. Нет, это опять ты. Попробуем снова. Ого, какая огромная бьюти-бомба. Она сейчас рванет. Воздух, мне нужен воздух. Что ж, поплыли. Сколько же здесь вещей. Костюм бэтбоя? Ха, ни за что. А вот это другое дело. Бум! Вот теперь я стала настоящей Хардивин. А? Что? Пудинг? Нет! Пудинг? Нет! Кто это сделал? Ты или, может, ты? Что? Это вы все не так поняли. Вот ты и попался, святой отец. Стоп, я сейчас все объясню. Я просто хотел выбраться, понимаете? Мне не нравилась эта вечеринка. И только я хотел сбежать, как случилось это. Вот так все и было. Я не виноват. Самое время прятаться. Мистер Джей, мы всем отомстим. Стоп, я должна провести расследование. За дело берется сыщик Харди. Подруга, только без нервов. О, это так печально. Харди, ты в порядке? О, да, я разберусь, в чем тут дело. Так, так, посмотрим. Что? Это же следы острых когтей. Суперкот, ты серьезно? Подумаешь, опоздал на педикюр. Что? Это уже слишком хвостатый. Всем стоять. Ха, действуем. О нет, мне нужно кое-что проверить. Задачка решена. Стоять, леди Баг. Вот ты и попалась. Харди, это недоразумение. Нет, нет. Стой, ладно, я все расскажу. Понимаешь, он так нервничал. Пранкер, все пройдет по-злодейски. Это точно поднимет тебе настроение. Красиво, правда? Соберись, суперзлодей. Ты права, я это сделаю. Вот видишь, я не виновата. Но кто же тогда это сделал? Значит, расследование продолжается. Любимый, дай мне подсказку. Это похоже на гипноз. Это вопрос жизни и смерти. Кто из гостей владеет гипнозом? Напиши в комментариях. Неужели это вампирша Кортни? Как не могла, клыкастая. Хм, я знаю один антивампирский прием. Все кончено, подруга. Харди, остановись. Признавайся, что ты сделала? Было время обеда. О, выглядит аппетитно. Тебе это не понравится, подруга. Привет, дамы. Повеселимся. Не благодари, Кортни. Эта свадьба будет горько. У нее аллергия на чеснок. Смотри. Это ты натворил? И кто здесь король вечеринок? А где все гости? Упс, это не я. Где он? Я никого не видел. И вообще, у меня обед. Ушастик, поиграем. Не скроешься, пранкер. Мяу, мое. Я проиграл.
Что ты задумал? Это было просто. Неудачники. Как я могла попасться? Тайм-аут, дорогуша. Я хочу загладить свою вину. Это мне как мило. Ауч! Мой любимый пранк нравится. Тебе конец. Держись. Больше никаких шуток. Больше никаких шуток. Я хороший мальчик. Так все и было, Харди. Всего один безобидный гипноз. Сама посмотри, у меня нет клыка. Ладно, ты невиновна. Все сюда. Преступник еще на свободе. Пудинг, я почти добралась до правды. А здесь что? Мышеловка? Но тогда получается, что... Суперкот! Я? Ну уж нет. Ты? Иди ко мне, не бойся. Добро пожаловать на допрос, пушистик. Признавайся, или ей конец. Хорошо, я во всем признаюсь. Харди, это была мышиная охота. Я тебя ждал. Выходи. О, промах. Но от суперкота ни одна мышь не убежит. Свадебный обед подан. Выходи. Что ты задумал, блохастый? Это охота, мой друг. Охота? Мышь! От мыши одни неприятности. Она что, убежала? Ладно, ладно, твоя взяла. Стоп, у нас же есть камеры. Мы должны проверить записи. Это провал. Ни одной зацепки. Что? Вы это видели? Это бэтбой. За мной. Только он здесь. Что дальше, подруга? Все в сторону. Это моя месть. Ой-ой! Спасите, помогите. Я совсем запуталась. А сейчас мой выход. На этой вечеринке не хватает героя. Харди, твой час настал. Не сегодня, приятель. Получай. Эй, ты! Доброе утро! Ты разрушил любовь, негодяй! Я отомщу за своего пудинга! Готов, герой? Сейчас будет громко! Я попал сюда случайно! У меня выходной! Город под надежной защитой! Невероятно! Это победа! Ю-ху! В городе больше ни одного злодея! Здесь только супергерои! Пранкер, ты получил по заслугам! А сейчас победный дэнс! Вы со мной? Кто самый ловкий герой? О да, Бэтмен! Где мой парадный костюм? Ты красавчик! Харди, нам нужно поговорить. Как всегда мечтал побывать на свадьбе. И тогда я решил замаскироваться. Вау, отличная идея. Котик, не сейчас. Как загадочно. У всех есть алиби. Кто же преступник? Всем тихо. Преступник Харди. Это не я? Кстати, тебе уже пора. Глупости! Я любила пудинга! Эй, вы чего так смотрите? Только у тебя нет алиби, подруга! Нет! Даже не думайте, что вы задумали! Сейчас мы все узнаем, Харди! Всем тихо! Суд идет! Тишина! Больно, первый свидетель! Я знаю, как все было. Это просто. Мы думали, что они любят друг друга. Но вдруг пранкер передумал. И тогда Харди решила отомстить. Его сердце не выдержало такого удара. Она должна быть наказана. Миледи, это гениально. Виновна! Ауч! Это не я. Судья, все было не так. Харди просто немного разозлилась. Потому что пранкер совершил ошибку. Он увидел это и не смог удержаться от шутки. Его минуты были сочтены. Виновна! Да сколько можно? Только без глупостей. Господин судья,
можно слово? Виновата моя мягкая шерстка. Сами понимаете, такое иногда случается. Просто недоразумение. Что-то не так? Суперкот, не мешай взрослым. Виновна! Он здесь! Извините, мне пора. Один, ты жив? Невероятно! Любовь моя, что случилось? Расскажи. Это было так странно. Кажется, пора начинать свадьбу. О! Помогите! Эй, что с тобой? Нервы! Вот как! Я потерял сознание. Да, я это и хотел сказать. Кексик, мы кое-что забыли. Пора затянуть семейные узы. Девочки, настал час икс. Юные леди, поздравляю. Со школой покончено. Я готова защищать этот город. Ю-ху! Устроим вечеринку. А теперь награждается. О, что происходит? Это мне? О, что-то не так. Попались, детишки. Нет, нет, я еще слишком молод. Кажется, у мисс Эмили нервный срыв. Бежим. А как же вечеринка? Сейчас не время. Это вампирский апокалипсис. Девочки, сюда. Надо ее задержать. Мы не справимся. Я знаю, кто нам поможет. Супершколу захватили вампиры. Да. Приятель, это ты зря. Берегись. За что? Ты выбрал не ту сторону. Девочки, оставьте его мне. Получай. Это мой коронный удар. Сюда, прячемся. Убирайтесь, это не ваша школа. Что дальше? Отличная работа, подруга. Нам нужен план. Вы как раз вовремя. Разыщите этот антидот, чтобы спасти супершколу. Удачи вам. Кажется, ему конец. Нам надо поторопиться. Кажется, никого. Мы спаслись. Итак, где этот антидот? Мы здесь, а лекарство тут. Ага. Харди, посмотри. Непростая задачка. Что вы задумали? Ой, мамочки, Харди! Что это с вами? С Харди лучше не связываться, клыкастая. Не сегодня. Ха-ха, вы это видели? Уэнсдей, давай. Теперь сюда никто не проникнет. О, нет. Ну что еще? Мяу, перекусим. О, Кейти, это ты. Она бесполезна. Продолжаем. Для начала соберем информацию. Что же здесь происходит? В городе клыкастый апокалипсис. Это не учебная тревога. Прячьтесь. Может, договоримся? От клыков не убежишь. Девочки, вы тоже это видели? Все кончено! Харди, что ты задумала? Положитесь на меня. Отлично придумано, подруга. О, вы тоже это чувствуете? Нет, нет, вы мне не мешаете. Эй, нельзя же так, Кейти, это неприлично. А вот и я. Нас нашли. Обед подан. Без паники. Думай, Леди Баг, думай. Ага, точно. Девочки, путь свободен. Подруга, ты лучшая. Уэнсдей, сначала ты. До следующий. Леди Баг, ты мой герой. Харди, полегче. Какая ты аппетитная. Ты чего? Это против правил.
Китти, скорее! Это так безрассудно! Соберись, подруга! Девочки, за мной! Леди Баг, не отставай! Китти, ты рядом? О, какой кошмар! Берегись, Харди! Даже не думай! Бе-бе-бе, какая недотрога! Привет, Леди Баг! Уэнсдей, что ты наделала? Девочки, не мешайте! Эй, вы скоро? Нам нужно торопиться! Мяу! Что за аромат? Китти, ты неисправима! Мы на месте! Не так быстро, Китти! Мяу! Объеденье! Хотите попробовать? Великолепно! Помни! Мне так страшно! Расскажи все по порядку! Добро пожаловать на цифровую вечеринку! Кто-нибудь хочет кровавый коктейль? Он вампир! И он нас съест! От Кейна еще никто не убегал! Попались мои сладкие! И не мечтай, сейчас я тебя! Меня так просто не победить! О, моя бита! Я вас предупреждал! Рано, смеешься, клыкастый! Твоя песенка спета, Кейн! Зря ты стал вампиром! Помни, теперь ты... Мистер Кейн, вы плохо себя ведете! Останетесь после уроков! Он мой, девочки! Супер шанс! Леди Баг, сработало! Надеюсь, больше не увидимся! Мы победили! Мяу! Мое! Мое! Китти, это не игрушка, это геройское йо-йо! О, я же говорила! Харди, с тобой все в порядке? А, конечно! Все окей. С вами так весело! Она! Молчи! Ауч! Ты еще пожалеешь! Харди, что с тобой? Помни, где ты? Подруга, только без нервов. Договорились? Святые букашки! Она! Она! Помни ты как! Очнись! А вот и ты, неудачница! О-о-о! Помогите! Помни, у нас мало времени! Я чувствую себя по-вампирски! Харди, что случилось? Подруга, я рядом! Вместе мы справимся! И... разряд! И еще раз! О, нет! Я тебя потеряла! Я чувствую кровь! Леди Баг, обернись! Перекусим! Нет! На помощь! Вампиры! Мы почти на месте. Мяу! Подруга, здесь что-то не так. Китти, ты все перепутала. Из-за тебя мы заблудились. Нет, Уэнсдей, это твоя вина. Пика-пика! Не подходи, монстр. Хочу тебя кое с кем познакомить. Фрэнки, ты знаешь, что делать. Прочь! А ты кто еще такой? Стоять! Пика, пика! На помощь! Вау. Как
держать Фрэнки. Пора пустяков. О! Пика-пика! Вампир! Вампир! Подруга, спасаемся! Где все? Мяу! Смотрите, Люк! То, что нужно, открывай! Почему? Ладно, так и быть! У меня все получится. Добро пожаловать. Даже не уговаривайте. Прощай, Фрэнки. Где это мы? Мы у цели, подруга. Антидот где-то здесь. Осталось только открыть дверь. Ну, давай же, еще немного. Доверьтесь мне, нам поможет только моя сила. Ха, здесь ты будешь под надежной защитой. Пароль уже в моей голове. О, забыла. Ребята, выручайте. Напишите, в каком порядке директор набрал пароль. Так, так, отлично. Вы настоящие охотники на вампиров. Помни, помогай. Почти, чичи, вау. Вот оно. Мы спасены. Но действовать надо быстро. О, кто это там? Птички в клетке. Девочки, сматываемся. Не с места. Этот мир принадлежит вампирам. Мы проиграли. Не трогай моих подруг. Как храбро и как глупо. Бедняжка, помни. Твоя очередь, Леди Баг. Поиграем. Только не я. Тебе понравится быть вампиром. Мяу, не приближайтесь. Кис-кис-кис, мы за тобой идем. Мы же были подругами. А это может пригодиться. Все получится. Китти, зря стараешься. Я вас спасу, девочки. Что? Где? Мы выжили. Это чудо. Китти, ты герой. Подруга, ты спасла мир. Не нужно благодарностей. Я просто делала свою работу. Девочки, вы со мной? Китти, Китти. Упс, одну секунду. Леди Баг у телефона. Вы в опасности. Помощь уже близко.